Всем привет! Продолжаем строить Арада R196 от фирмы Tamiya, он же Перепак и Толери. Вот. Закончили мы на том, что соединили фюзеляж. И я за кадром соединил кок двигателя. Ну, некоторые детальки. Пришлось вот здесь очень кропотливо вычищать. Здесь был такой как шов, не знаю, литьевой, не литьевой, но его тут не должно быть. Вот я его зачищал, ну вроде получилось. Посмотрим, как после грунта себя проявит. И вот здесь вот нужно сейчас еще тоже перед грунтовкой пройтись. Ну это посмотрим. Уже по факту, сперва нам нужно внутри покрасить. Посмотрел по фотографиям, посмотрел по схемам. Внутри получается у нас вот эта вот вся конструкция, она покрашена в RLM-02. Ну, соответственно, мы в нее и покрасим. Зашпаклюем тут то, что нам не надо. А так он у нас будет устанавливаться приблизительно вот так. Сейчас ставим. Примерно вот так тут у нас встанет. И, соответственно, потом у нас везде пазы есть. Вот встало. Вот так тут у нас будет двигатель. Ну и, естественно, уже сюда фиксироваться он будет у нас за счет вот этой штуки. Посмотрел я, заднее не видно. Поэтому смывкой там не буду проходить. Там ни под каким ракурсом это видно не будет. Ну ладно. Сегодня займемся еще сборкой наших крыльев, стабилизаторов и всего остального. Я прошелся шкуркой. Тут кое-что надо будет из расшивки восстановить перед грунтовкой. Но самое главное, я хочу по максимуму собрать, что у нас можно собрать, и чтобы не по нескольку раз грунт не заводить, чтобы сразу это все потом загрунтовать. Так что буду показывать, скорее всего, на ускоренном видео или что-то, может, какие-то мелочи этапами. Но тут в основном все крупное, поэтому, скорее всего, будем на ускорке. Так что далеко не убегайте, скоро вернусь.
Что ж, подсобрал я тут еще кое-что. Не стал показывать. Объясню почему. Потому что поплавки довольно долго там приходилось стыковать, выводить. Верхняя часть у них плохо стыкуется. Так что будьте внимательны, когда будете собирать данный набор. Ну и я уже так это их приложил сюда, приставил. Сейчас сниму. Они у меня тут в основном на блютаке держатся. Вот. В сторону отложим наш основной, так сказать, узел. Вот здесь вот они хорошо встают, эти крепления, это да, но вот сами поплавки довольно грубо встают, не очень ровно. Возился я тут с ними долго, тут еще теперь придется возиться с выведением вот этого всего, зашкуривать. К сожалению, наверное, клепку повредим при зашкуривании, выведении этого всего. Так, в принципе, вот низ хорошо сошелся. Он из трех частей получается. Вот верхняя часть не очень встала. Ну да ладно, здесь мы подшпаклюем. Теперь займемся вот на эту, по-моему, да, вот на эту стойку надо добавить такие типа палочек. Не знаю, правда, зачем они нужны, но добавим. И еще смотрел по чертежам. На фотографиях это не особо заметно, потому что большинство замыленные. У него между этими стойками еще тросики были. Надо будет посмотреть, где они крепятся. Ну а сейчас, наверное, займемся сборкой вот этой нашей платформы. И, наверное, закончим на этом эту серию. В общем, погляжу, что там, сколько по хронометражу. Ну, сейчас, наверное, вот эту вот платформу соберем. Далеко не убегайте.
что ж, друзья, получается вот такая вот у нас платформа. Колесики тут на сухую стоят. Просто приложил. Вот, их еще не зачищал, ничего. Сперва думал, может сделать и вот эти вот опорные колесики рабочими. Ну, решил оставить их, приклеил. Вот. Такая вот у нас теперь основная опора. Такой небольшой пулеметик. Честно говоря, не шибко детализированный. Но не суть. И у меня там что-то про блеск говорили. Да, блестят немножко они, эти наши немцы, но немного их маслом приглушил все-таки. Такие вот они у нас получились. Хотя вот не знаю, буду ли их сажать или нет. Один садится хорошо. Вот сейчас даже покажу. Именно пилот садится неплохо. В принципе. Вот. А второй, если его сажать, его надо приклеить, это раз. И во-вторых, у него дырка в спине, возможно, будет видна с определенного ракурса. Вот не знаю, что с этим делать. Поэтому насчет второго пассажира пока открыт вопрос. Не знаю, стоит ли их вообще сюда сажать или просто сделать ремни. В общем, пока думаю насчет этого. Вот, еще туда надо нам запасные магазины положить. От пулемета не забыть. Ну а в принципе на этом, наверное, закончим. Отшкурил я тут, надо еще шпаклевку убрать, и в принципе можно будет их склеить вот с этими опорами и в таком положении красить их, потому что устанавливаются они, я проверил, в принципе проблем не будет поставить их на посадочные места свои. Так что, по идее, должно получиться покрасить их без прицепления. Ну, там посмотрим. Ну, на этом закончим. Получается уже почти 20 минут. Вот. Ну, к следующей серии я, наверное, загрунтую. И начнем красить потихоньку. Так что следите за новостями и всем до новых встреч. Спасибо за внимание. Пока-пока.